Это все видео из соцсетей Артема из Балашихи. Дорогие машины, красивые девушки, модные рестораны, покупки из Сума. В общем, успешный успех. Все по высшему разряду. А вот на этих кадрах тоже Артем что-то готовит на родительской кухне. Только это видео опубликовал уже не он, а Следственный комитет. Что готовит Артемка, я думаю, и так понятно из названия этого ролика. Отравленный ужин для своей мамы и своего отчима. Сыпет яд прямо в соль. Зачем? Ну как зачем? В начале этого года у Артема обнаружилась нехватка кэша. А красивой жизни, видимо, хотелось. Да еще и 262 подписчика ждали новых роликов с тачками и рестиками. И тогда у Артема созрел коварный план. Избавиться от родителей, унаследовать квартиру, а потом продать ее. Для чего эти были существования приобретены? У них у всех различные, как сказать, какую цель преследовали в покупке и использовании этих веществ? Подсыпать. Куда подсыпать? Для чего? Кому? Отчиму. С одним раскаиваетесь? Да. Легкое недомогание отчим и мама Артема почувствовали еще в январе. А потом с каждой неделей им становилось все хуже и хуже. Обратились к врачам, но они не смогли поставить диагноз, но предположили, что это может быть какой-то яд, и посоветовали обратиться в полицию. Еду из дома отправили на экспертизу и действительно обнаружили в ней яд, после чего в квартире установили скрытые камеры. И тут страшная правда вскрылась. Любимого сына задержали. Как выяснилось, Артем подошел к делу основательно и закупил огромнейшее количество различных смертельных химикатов. Если бы не следователи, то план юного химика уже бы сработал. Но, к счастью, отчим и мама живы. А Артем уже дожидается суда за решеткой. Ему грозит длительный тюремный срок по статье «Покушение на убийство». Чтобы током не било нас больно, я хочу обнимать твои плечи, вдохновлять тебя, ты прикольно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновляйся.